Да будет так. А сейчас дети пусть подойдут к родителям. Тоже надо единству быть. Я хочу слово высвободить, которое дал Господь буквально здесь уже. Не препятствуйте детям приходить ко мне. Это слова Иисуса. Вы зря садитесь, потому что мы сейчас будем благословлять детей. Но те, которые подошли к родителям, хорошо, если у вас есть елей. Об этом мы говорили раньше, что необходимо, чтобы с вами всегда было это оружие елея, что вы могли помазывать детей, потому что когда здесь выходят и служителя, помазывают это один уровень. Но когда это рядом с вами, когда это ваши дети, когда это ваши внуки, утверждайте на них помазание. Не препятствуйте детям приходить ко мне. И поэтому вопрос к родителям. Как вы думаете, за эти годы, пока росли дети в вашей семье, вы могли быть для них препятствием? В чем-то? В словах, в настроениях, в образе жизни, когда не всегда могли быть примером для них. Поэтому я сейчас хочу предложить каждому родителю сначала попросить прощения и у Бога, и у детей, если это было, а потом призвать то благословение, которое им принадлежит в Боге. И это благословение, кстати сказать, друзья мои, может быть, кто-то думает, моего внука нет рядом, моего ребенка нет рядом. Есть такие мысли у вас? То у вас есть возможность его сейчас поставить рядом. Поставить всех, кто вам дорог, всем, кто вам важен, поставить рядом с собой. Потому что в этом и есть сила телепортации, кстати, начинается с этого. Когда я использую нужные мне каналы для того, чтобы задействовать эту силу божественной власти, сказать, ребенок мой и внуки мои, они сейчас рядом со мной. И потому я могу сказать, простите меня, мои дети, мои внуки, где я был препятствием для вас, где я не мог явить Христа достойным образом. И ты меня, Господь, прости. Я прошу тебя, очисти мое сердце сейчас, чтобы мне быть проводником твоей любви моим детям, твоей живой веры в адрес тех, кто мне дорог. Научи меня служить им дарами Святого Духа. Научи меня любить твоей безусловной любовью, не просто материнской, которая бывает слепой любовью, но полюбить твоей безусловной любовью. И сейчас я забираю всех моих детей, всех моих внуков и утверждаю их статус. Быть детьми неба, быть гражданами неба, быть представителями неба и уже сейчас иметь гражданство, иметь прописку на небесах, потому что молитва родителей совершает твое чудо. Молитва родителей открывает твои порталы над детьми. И я сейчас беру в основание своей веры, в основание своего исповедания текст Писания. Будет вам, что вы скажете. И ты сказал, дети ваши, дело моих рук. Я благодарю тебя, что вместе с Давидом я могу сказать, а потомство мое будет служить Господу и называться Господним вовек. Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Слава тебе, что ты отвечаешь на эти молитвы. Ты отвечаешь на эти слова, и наши дети переданы в твою юрисдикцию. Они переданы тебе под особую охрану, под особую защиту, не только на этот учебный год, но на весь календарный год, который стартует сегодня, как Рош-Ашана. Мы благословляем себя, свои дома, свое потомство, свои мысли, свои чувства, свои желания и свои решения. Подчиняем тебе. Пусть никакая змея не проползет, никакое сомнение не будет овладевать моим естеством. Благодарю тебя, Дух Святой, что все у тебя под контролем, и ты держишь
жребий мой. Ты держишь жребий наших детей. Благодарю Тебя за это, что никто не похитит их из руки Твоей. За линию крови, которую я сейчас провожу вокруг них, выражаю Тебе благодарность. Я их отделяю от этого мира. Я их отделяю от ценности этого мира и присоединяю их к корню святому, Божьему, вечному и неизменному. Слава Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь дети могут идти на занятия, и пусть вас Господь благословит каждого быть в моменте. Быть в моменте детям, быть в моменте взрослым. Потому что, передав все в руки Божьи, мы дальше движемся в Его потоке.